После презентации. Я купила там. Доброго дня. А можно взять это? Дорогие друзья, спасибо, что вы все пришли сегодня. Сейчас по всем павшим в этой войне объявляется минута молчания. Я не профессиональный артист и не чтец. Чукчи писатель, да? У меня есть два отрывка, хотя мне трудно было выбрать. Давайте вы мне скажете, какой. Один про войну, а другой про войну и любовь. Какой? Хорошо. В Песках начинается, значит, минометный обстрел. Так, ерунда, 80-ки. Минометы били. А мы как раз пошли в магазин, хоть так его и трудно назвать, пятиэтажный дом, подвал в подъезде, хотелось пивка. Во дворе лежала старая восточноевропейская овчарка, а в 3 метрах от нее играли 4 котенка. И тут как раз этот обстрел. Так собака во время обстрела всех этих котят оттащила за шкирку в подвал. А нам собака в водяном таскала кур и зайцев, радостно сообщил Светик. Здесь у всех позывные. Счастливый тем, что у него тоже есть военные воспоминания о животных. Овчар такой здоровенный, все звали его барон. Хозяева, может быть, уехали, когда обстрелы начались. Может, бросили, может, забрать не успели. Может, убило их, не знаю. Только барон прибился к нам. И кто ему такое имя дал, мы тоже не знали. Но он отвлекался. Такой пес умница. Каждое утро приносил нам откуда-то то курицу, то зайца. Мы его за это тушенкой из пайка кормили. Бывало, просыпаешься в окопе, а над брусвером уже башка барона торчит. Зайцем в зубах. Скоро мне все понятно, но вот где он зайцев ловил, никто не знает. Он так и погиб, когда курицу нам нес. Прямое попадание. 2 мины одна за другой. Ни от него, ни от курицы той ничего не осталось. Все опять приумолкли. И вдруг одновременно подняли головы. Услышали жалобное мяуканье котенка. Да не может быть, откуда он здесь? Но слышали все, а не кто-то один, значит, не показалось. Переглянулись, снова прислушались. Мяуканье доносилось из дальней части оранжевого зала, над которой как раз и находилась та самая секция, занятая сепарами и отделенная стеной от киборгов на 2-м этаже. Алексей поднялся на ноги, навел телевик. Алексей – это фотограф. 70-200 на звук и увидел маленького черного пушистого котенка, копошившегося на груди каких-то обломков. Котенок продолжал жалобно мяукать и как-то неестественно трясти лапкой. «Я пойду принесу его». Светик вскочил, перекинул автомат через плечо. «Погоди-ка». Наводя камеру, медленно протянул Алексей. «Что за...» У котенка к лапке была привязана леска, которая шла наверх, к дыре в потолке размером 1-1.5 метра. Леска светилась в тех местах, где на нее попадали слабые лучи света из выбитых окон. «Это ловушка, мужики», — уверенно произнес наконец Алексей, словно доктор, ставящий окончательный диагноз. «Я этот фокус в Афгане видел. Там один талиб 2 морпехов подобным образом завалился 2-го этажа. В 2001 году в Мазари-Шарифе на севере Афганистана содержащиеся в тюрьме талибы устроили бунт. Завладели оружием, была настоящая бойня. В конце концов, американские морпехи их всех положили, но было жарко, хорошо запомнил Алексей. Сейчас тоже было жарко, если бы не было так холодно. Так, Светик, Панас, людоед, скерца, мухой, хватайте мухи!» Коротко и тихо приказал электрик. «Подойдем к дыре 10 метров, и по моей команде донем по этой заманухе сразу с 5 сторон. Все понятно?» «Плюс-плюс», — ответил за всех Панас, и впятером они бросились к подоконнику, под которым лежали гранатометы. Подошли, будто в замедленном кунг-фу. Особенно органично это получалось у скерца. Он был без каски, и косичка на затылке делала его похожим на ниндзя. Нет, скорее на черепашку ниндзя, не успел подумать Алексей, как электрик дал команду, и все 5 почти одновременно выстрелили из мух по отверстию в потолке. Взрывы, дым, пыль. На полу лежал мертвый, переломанный стрелок, весь в черном. Котенка погребла упавшая потолочная плита с торчащими из нее обломанными кусками, концами арматуры.
Когда плиту приподняли и вытащили котенка, Светик долго грел его. Грел руками, своим дыханием, но тот так и не выжил. Светик отрезал леску у него с лапки, отнес его в дальний угол зала и похоронил под камнями. Снайперы вынесли на взлетку и оставили пока там. Начался затяжной стрелковый бой между этажами вниз, вверх и через взлетку вперед-назад.